Всем привет! Раннее утро, мы с Базиком в Уснарве гуляем по берегу моря. Это самая граница России, самая восточная точка, наверное, Эстонии. Играем в геокетчинг, сейчас пойдем искать клад. Пойдем гулять, Базик. Пойдем клад искать. Да, вот наш маяк. До клада совсем немного, всего 100 метров. Это наш мол Уснаровский, совсем уже разрушенный. Вроде как собирались новый строить, но что, пока движений никаких не видно. Пойдем искать. Пойдем. С той стороны Нарова это уже Россия. Тут пограничный пункт. Нашли мы, ребят, клад. Не буду спойлерить, показывать, где все это. Но это все рядом с погранзаставой. Странно, что нам пограничники не вышли, не вломили, да, с малышом. Опа, что там в баночке? В баночке бумажка с автографами. Все исписано, места уже нету. Не будем мы ничего писать. Надо было... Заказали мы контейнеры побольше, покрасивше. Побольше можно было туда поместить. Для автографов бумажек. Так, хорошо. Такое место, блин. Поедем следующий искать. Сегодня у нас отдых. Приехали мы на следующую точку. Недалеко от села Мяйки. Пойдем искать. Грязюка такая у нас, вот еще лед местами. По такой ерунде еще нам идти 100 метров. Ну что, интересно, гуляем. Тропа для прогулок. Хорошо, недалеко от дороги. Найдем. Сгадимся, конечно. Найдем. Мы нашли мы клад. Пришли на место, спойлерить не буду, могу только показать вот такой вот контейнер. Вот так вот. На сегодня хватит, наверное, поиска клада. Довольно интересно спрятан был. Ну вот так, немножко по грязище прошли, нашли все-таки. Всем пока!